Говорят, что красота требует жертв. Мы с этим совершенно не согласны. Смотри нашу новую подборку бьюти-лайфхаков и будь красивой. Мы пьем кофе на кухне. Но Синеглазка задумала устроить кофейную стирку. Что она делает? Обычно белую одежду спасают от кофе, а не наоборот. Оказалось, подруга только что спасла испорченную майку. Старую майку с большим кофейным пятном расправляем. Завариваем кофе. И кистью дорисовываем карту сокровищ. Новая пиратская майка готова! Теперь это не просто кофейное пятно, а авторский дизайн. Я с радостью примеряю стильную вещь. Упс, кажется, эта майка притягивает кофейные пятна. Не беда, маркер для одежды превратит некрасивое пятно в новый остров. Еще чуть-чуть, и здесь появится целый архипелаг. Превратить старые джинсы в стильную вещь очень легко. Здесь действует правило «один раз отмерь, семь раз разрежь». От старых джинсов отрезаем подшитый низ штанины. Распускаем нитки в бахрому. На штанине делаем поперечные надрезы, имитируем рваные края. Повторяем симметричные разрезы на второй штанине. Для усиления эффекта трем джинсовую ткань на мелкой терке. Джинсы получились стильными и модными. Главное не переусердствовать с разрезами, чтобы вместо джинсов не получились короткие шорты. Задача – сделать самые стильные ноги во всем скейт-парке. Легко. С помощью нашего яркого принта на белых колготках. Белые колготки натягиваем на картонную основу. Делаем одинаковые поперечные полоски с помощью малярного скотча. Акриловыми красками по ткани прокрашиваем каждую полосу. Используем яркие цвета. Когда краска высохнет, снимаем скотч. Также оформляем вторую часть колгот. С такими яркими колготками твои ножки точно не останутся незамеченными. Любой скейт-принц оценит твой принт. Гладить вещи – не самое веселое занятие. Всегда найдется что-то, что отвлекает в самый горячий момент. А когда вспоминаешь о том, что утюг остался с майкой наедине, то уже поздно что-либо исправить. Или нет? На испорченной майке обводим распечатанное изображение кота с протянутой лапкой. Раскрашиваем его текстильными маркерами. Делаем две формы пончика из розового фетра. Сшиваем их вместе и наполняем остатками ткани. Из фетра более насыщенного оттенка вырезаем форму глазури. Крепим ее на розовый пончик. И декорируем посыпкой из фетровых полосок. Приклеиваем пончик на прожженное место. Никто и не заметит, что майка была испорчена горячим темпераментом утюга. Все заметят только радостный принт. Собираешься в поездку накануне месячных? Не беда, с набором экстренной помощи ты всегда будешь во всеоружии. Нам понадобится несколько зип-пакетов. Наполняем один обезболивающими таблетками. Аккуратно сворачиваем прокладку и кладем ее во второй пакетик. Третий наполняем тампонами. Складываем подходящее белье, которое ты используешь в эти дни, и помещаем его в пакет побольше. В последний кладем несколько влажных салфеток. Все необходимое складываем в косметичку. С такой мини-аптечкой ты спокойно можешь отправляться в дорогу и не переживать, что месячные начнутся внезапно. У тебя есть все необходимое, даже если они застанут тебя в пути. Часто теряешь календарь, где отмечаешь свой цикл? Прикрепи его к зеркальцу. Отмечаем на листе бумаги размеры зеркальца. Вырезаем. Приклеиваем на обратную сторону зеркала. Расчерчиваем на 12 столбиков и столько строк, сколько поместится. Первую строку заполняем цифрами от 1 до 12. Это будут месяцы. В каждом квадратике красной пастой отмечаем начало месячных, а синий – их окончание. Теперь календарь всегда будет при тебе. Давай сделаем удобный чехол для прокладок из пластикового конверта. Кладем прокладку внутрь конверта, чтобы кнопка была посередине. Намечаем нужный размер. Рисуем боковые границы по линейке. Отрезаем лишнее. Над свечкой нагреваем края и прижимаем пальцами. Также оформляем нижнюю часть.
таком удобном чехле прокладка не испачкается и не деформируется. К тому же он выглядит как небольшая папка, и никто не догадается, что внутри. Вставляем тампон в ярко-красной упаковке футляр от помады. Закручиваем его и закрываем. Отлично! Выглядит как настоящая помада, и никто не догадается, что на самом деле находится внутри. В подходящий пустой флакон от крема тоже можно поместить прокладку. Скручиваем прокладку в рулончик и вкладываем в хорошо вымытый флакон. Теперь главное не перепутать, где у тебя косметика, а где гигиенический набор. А в круглую баночку от румян, крема или пудры можно вложить запасные трусики. Пустая палетка от старых теней послужит отличным футляром для прокладок. С помощью шила вытаскиваем основу, вкладываем прокладку в коробочку. Замечательно! Очень практично и красиво. Наш набор для экстренных случаев, замаскированный под косметику, требует достойного футляра. Задекорируем коробочку под стильную шкатулку-косметичку. Из черного фоамирана вырезаем завитки и листочки для создания растительного орнамента. За основу можно взять любую подходящую коробку от конфет или косметики. Фиксируем узор термоклеем на крышке нашей косметички. Внутри прикрепляем кусочек фоамирана контрастного цвета. Одну сторону оставляем не приклеенной. Вкладываем в кармашек зеркальце календарь. Кладем палетку с прокладкой, румяна с трусиками, помаду с тампоном. Тональный крем с гигиеническим рулончиком. Готово? Никому и в голову не придет, что вместо косметики в такой роскошной шкатулке косметички хранятся прокладки и тампоны. Моя подруга явно что-то задумала. Она кружит над моей головой уже полчаса и предлагает мне блестящую укладку. Высыпаем косметический глиттер на губку, берем трафарет и прикладываем к волосам. Сбрызгиваем лаком. Сверху насыпаем блестки. Убираем трафарет. С такой прической я смело могу сниматься в «Звездных войнах». Но подруге этого мало. Она решает украсить еще и мои брови для полного комплекта. На кисточку для бровей наносим лак для волос. Расчесываем брови. Закрываем глаз ватным диском и наносим на брови глиттер разных цветов. Но и это еще не конец. На тональную основу на скулах крепим блестящие звездочки. Теперь я точно девушка-звезда. Могу рекламировать галактический салон красоты. Для покраски волос можно использовать тени. Отделяем тонкую прядь волос и проводим по ней пальцами, на которые нанесены тени. Чередуем разные оттенки. Лучше зафиксировать тень лаком. Амбре в стиле единорог готово. Порадуй свою прическу новым украшением. Розовый ободок с цветами подойдет для любой уважающей себя нимфы. Из тонкой розовой эко-кожи вырезаем несколько цветочков, больших и маленьких. Выбираем простую форму четырехлистника. Накладываем маленький цветок на большой. Серединку украшаем стразом. Собираем несколько таких комплектов. Берем плетеный жгут из розовой эко-кожи и отрезаем нужную длину, равную обхвату головы. Приклеиваем на жгут цветы, склеиваем концы между собой и прячем место соединения под кусочком эко-кожи. С таким ободком твоя прическа будет цвести и пахнуть, а ты будешь выглядеть как настоящая нимфа. Ровные волосы выглядят слишком скучно. Добавим им легкую волну. Сначала заплетаем сбоку косу. Проходимся по ней утюжком для волос. Расплетаем косу и получаем милые легкие волны. Делаем таким образом несколько волн по всей голове. Этот лайфхак подойдет, чтобы сделать волнистыми даже очень густые и толстые волосы. Какой бы вместительной ни была моя косметичка, в ней все равно не хватит места для всех бьюти-средств. Что же делать? Делай бьюти-трубочки. Берем широкие трубочки, разрезаем их пополам. Нагреваем кончик трубочки над свечой и зажимаем концы прищепкой. Расплавленный пластик запаивается, наливаем в трубочку бьюти-средство. Заполняем трубочку не до конца, оставляя 1/4 часть пустой. Аккуратно запаиваем второй конец. Таким образом можно перевозить гель для душа, шампунь, лосьон или средство для умывания. Чтобы не перепутать жидкости, берем маркер и подписываем содержимое каждой трубочки. Какая отличная идея, шампунь в стиках, таким я еще не пользовалась, а главное, все отлично вмещается в мою косметичку.
Этот тяжелый тональный крем тебе ни к чему. Лучше возьми легкие баночки. Кремы и тональные средства переливаем в чистые баночки от красок. Если нет баночек, можно перелить средства в зип-пакеты. Все правильно. Наносить макияж в дороге – это тоже искусство. Челка не дает спокойно жить и лезет в глаза? Пора усмирить эти непослушные волосы. Берем невидимку и подкалываем ею челку. Но невидимка плохо держится и куда-то сползает? Попробуй наш следующий лайфхак. Просто переверни невидимку и закали ее волнистой стороной вниз. Так она будет лучше держаться на твоих волосах. А ну-ка, кто на свете всех милее, всех красивее и умнее? Хочешь, чтобы подруги восхищались твоим цветом волос? Не дай им догадаться, что ты только что их покрасила. Нужно замести все следы, в первую очередь следы краски на коже возле волос. Наносим немного зубной пасты на ватный диск и вытираем красочные следы. Теперь никто не догадается, что это не твой настоящий цвет волос. Подруга снова рассматривает себя в увеличительное зеркало. И расстраивается из-за небольших прыщиков. Не переживай, все не так страшно. Вот, возьми зубную пасту и точечно нанеси на воспаление. Зубная паста снимет покраснение. Теперь никто не увидит прыщи. Все будут думать, что ты просто плохо умылась, когда чистила зубы. Зубная паста прекрасно замаскирует неприятные прыщики. Можно делать селфи. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы узнать еще больше полезных лайфхаков.